И в завершение чешские зрители смогли познакомиться с нашей культурой через кинематограф. В рамках Дней казахстанского кино в Праге представили две отечественные картины «Время патриотов» и «Зире». Кинопоказ открылся с торжественного перерезания красной ленты. Приветствуя гостей, казахстанские дипломаты отметили важность сотрудничества в сфере культуры для развития двусторонних отношений. Помимо местных жителей, мероприятия посетили представители СМИ и общественные деятели. Оно было организовано при поддержке посольства Казахстана в Чехии. Кроме того, представители Государственного центра поддержки национального кино Казахстана подписали соглашение о взаимном сотрудничестве с рядом продюсерских центров Чехии.